20 талантливых тверских школьников получат персональные премии в размере 5000 рублей. Премия ежегодная. Таким образом, администрация Твери поддерживает победителей олимпиад и участников научно-практических конференций. К сожалению, большая часть победителей сейчас на каникулах или увлечены поступлением в ВУЗ. Но с двумя из них все-таки удалось пообщаться. Ученик 8 А-класса гимназии номер 12 Владимир Лохматов хочет стать ученым. Его мечта – сделать важное открытие, которое принесло бы пользу обществу и нашей стране. Первые уверенные шаги на пути к мечте уже сделаны. Школьник представляет свои труды на научно-практических конференциях и работает в домашней лаборатории. Я сам собирал простейший терминвокс в домашних условиях с помощью 3 радиоприемников. А вот стихия девятиклассника Никиты Коростелева – астрономия. В этой дисциплине он покорил не одну олимпиаду. Школьник уверен, чтобы наслаждаться красотой звездного неба, ученым быть не обязательно. Каждый может выйти на улицу и посмотреть ночью созвездия, такие как Большая Медведица, Малая Медведица, Кассиопея. Успехи школьников не остались незамеченными. Никита и Владимир попали в число 20 одаренных ребят, которые получат персональные денежные премии, учрежденные администрацией города. Заявки поступали из разных учреждений города. 33 образовательных учреждения, 100 детей. Для определения лучших работала целая комиссия. Все заявки и портфолио прошли экспертизу. Было непросто выбрать лучших из лучших. 20 ребят получат премии. Премия вручается одаренным школьникам ежегодно. Принять участие в конкурсном отборе может любой учащийся города Твери, который занимается научно-исследовательской деятельностью и имеет успехи в решении олимпиадных задач.